Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, и сегодня у нас немного киберпанковых гонок. Игруха называется Data Link, она от инди-разработчика. Музло меня сразу вот прям привлекает, потому что оно чем-то мне напоминает вот эти вот 16-битные игры. Так, у меня, значит, в настройках здесь звуки, музыка, эффекты, все включено. Русский язык имеется, давайте погнали, посмотрим, что это такое. Здесь какой-то доступ. Что-то непонятное, скорее всего, это уровни. Ну давайте начнем с первого уровня, и меня тут приветствуют сразу. Меня слышно? Похоже, что да. Привет, я программа с самообучающимся искусственным интеллектом. Меня зовут... совсем забыл, у меня же нет имени. А тебя как зовут, мужичара? Ах, похоже, твой речевой модуль не запрограммирован. В общем, ты программа для поиска и уничтожения вредоносных программ. Можно сказать, что ты антивирус с функцией получения доступа в закрытой области сети. Мои диагностические процессы показывают, что в нашей сети присутствует вирус, который нужно как можно быстрее обезвредить. И похоже, случилось что-то очень серьезное, раз пользователь не может обойтись без тебя. Давай проверим, как работают твои модули управления. Попробуй поворачивать вправо-влево, нажимая на край экрана справа и слева. Окей, давайте попробуем. Отлично, у нас все работает, а теперь попробуй ускориться, зажав сразу обе кнопки. Ага, типа он ускоряется. Ну, мы сейчас просто плывем по сети, я так полагаю. Отлично, диагностика показывает, что все в норме. Не будем медлить. Так, понятно, это у нас была тренировка, которую мы прошли. Продолжим. Для поиска вируса нам понадобится получить доступ по всем системам сети. Начнем с получения доступа к первой системе, после чего можно будет просканировать эту систему на наличие вируса. Просто дойди до финиша, понятно. Ну и мы погнали, да? Можно, конечно, ускориться. Но чем-то, знаете, напоминает... А вот эти, кстати, штучки можно собирать или не обязательно собирать? Визуально хорошо оформлено. Ай-яй-яй-яй, врезаться нельзя. Вот эту штучку, опа, это надо собирать. А вот это сразу, знаете, красным показывать, значит, лучше это не трогать. Так, не успел. Воу! Красная штука какая-то, ну тебя нафиг. Тише. А как затормозить? Или такой функции нету? Только ускорение. Окей, отлично, ты понял, что делать. Такими темпами мы очень быстро получим доступ ко всем системам и найдем опасный вирус. Пользователь будет доволен. Отлично, мы, короче, реально программа, которая... Блин, чё я на одну звезду прошел, чё так плохо? Из-за того, что врезался, скорее всего. Погнали, у нас следующая локация. Кстати, визуально очень аккуратно выглядит все. Короче, белые надо собирать, красные, я думаю, что не стоит. Плюс 200 очков. Я думаю, что здесь можно будет еще и улучшать свой вот этот вот самолет, так скажем. Даже я, кстати, не знаю, как это назвать. Тут у нас штука, видимо, она замедляет, судя по стрелочкам. Ну и финиш. Понятно, что первые треки у нас достаточно простые, но наконец-то на 3 звезды прошел. Замечательно. Погнали дальше. Зеленая. Музло вот реально такое прям в стиле киберпанка старого. Мы можем, конечно, вот так хоба. Ой, простите, пожалуйста, случайно задел. Так. Ай, не взял. Так, красный, мне кажется, лучше не брать. Хотя можно попробовать. Да блин, я думал, это не стена. Так, тихо. Эть, ладно, не получилось. Так, блин, какие здесь локации. А это что, подожди, что это такое, я хочу взять. Вы проиграли. Пропустить заново давай. Кстати, я что-то не заметил рекламы. В игре пока что не видать. Вот. Короче, лучше нам стеночки не задевать, а аккуратно перемещаться. Думаю, что в дальнейшем можно будет и прокачивать нашу вот эту программу. Ох ты, ё. Тихо, не надо. Так, все, давай эту штуку, конечно, можно забрать, сделать вот такой вот крюк. Да что ты... Опа, все. Косипорщик! А у нас жизнь вон справа сверху, блин. Что-то я не заметил. Вот. Так, замедлился чуть-чуть. Гоним. Можно забрать, отлично. Так.
Так, все, я, в принципе, уже запомнил. Ай-яй-яй-яй, эту трассу. А что вот эта штучка означает? Мне просто интересно. Нет, все, короче, жизни уже заканчиваются. Давай доедем просто до конца уже. Эту штуку лучше не трогать. Все, ах, собака! Блин, чуть-чуть ведь оставалось. Взял, запорол. Так, все, погнали, погнали. Давай, здесь вот она меня затормаживает реально. Все правильно я подумал. Так, аккуратненько, аккуратненько. Музон такой напрягающийся. Напряженный, точнее. Напрягающийся. Эх, не буду, ладно, собирать. Очень интересно, что это за штука такая. Но хочется пройти уже в следующий уровень аккуратнее. Слушайте, прикольно. Мне кажется, на бюджетных каких-то смартфонах достаточно будет хорошо себя игруха вести. И если вы не против вот такой вот казуальщины, хотя, мне кажется, дальше следующие уровни будут все сложнее и сложнее становиться. Вот, например, видите, уже в самом начале что-то тут какие-то вон другие сферы всякие. Это ускоритель, да? Да, он ускоряет меня. Тише, тише, тише. Минус одна жизнь. Ух ты, ё. Да, скорость увеличивается. Вау, прям об эту штуку. Ау, еще разок, все. Заново, погнали. Надо аккуратнее. Да. А я думал, что все так легко будет. Спокойно, все, сейчас тут у нас ускорение. Мы погнали, погнали, погнали. Вот. Главное, стеночки не задевать. Аккуратно вот здесь вот. Вау. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чё? Офигеть она. Ух ты, что ты такое, блин. Вот эта задница была там дальше. Ладно, мне интересно, чисто из-за принципа пройти этот уровень. Посмотреть, что там дальше. Казуальщина, ага. Ой, блин, вот эту штуку все-таки я поймал. Да, ёкарный бабай, сейчас все жизни нафиг потрачу. Все. Жесть. Так, так, сейчас, давай, соберись. Все должно быть очень аккуратно. Главное эти штуки не ловить. Мне кажется, та вещь, которая с плюсиком была, это, наверное, жизнь какая-нибудь. Надо аккуратно, аккуратно. Это не асфальт, блин, Флик. Сейчас, 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 сейчас. Мы аккуратно все сделаем. Так, 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 так. Вот. Вот. Тихо, 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 тихо. О-о-о! Простите, про... А, блин, она замедляет. Прикольно, прикольно это сделано, кстати. Она замедляет, но вообще в бок. То есть нужно это учитывать. Ладно, окей. Блин, неужто я на этом уровне запарюсь, блин? Так, минус одна жизнь. Да ёкарный бабай, вот чуть-чуть ведь, а. На, еще одну. Поймал. Блин, что, я застряну на этом уровне? Нет, мы должны пройти дальше. Я должен пройти дальше, чтобы вы увидели. Ссылку на игру, кстати, найдете под видео в описании. Кому интересно стало, делитесь, кстати, своими достижениями в этой игре. Тихо, тихо, тихо. Красную не надо собирать. Сейчас, короче, мы попробуем пройти этот путь. Так. Отлично, отлично. Все неплохо. Есть. Красота. Я врезался, да? Ура, система номер один под моим контролем. Сканирую. Следов вируса не обнаружено, но я нашел информацию о пользователе. Имя Леон, возраст 34 года, жена Луна, возраст 33 года, дочь Селена, возраст 5 лет. Ага, ты собираешь данные? На две звезды прошел, к сожалению, но я прошел. Давайте в следующую систему отправимся. Оценить, конечно же, нужно, но сейчас я этого делать не буду, потому что иначе запись у меня сбросится. Оценим чуть позже. Кстати, свои результаты присылайте ко мне в группу ВКонтакте. Посмотрим, кто докуда прошел. Во-во-во-во-во-во-во-во. Какая так тут замедление. А, поэтому нам и нужно ускорение как раз. Вот, что это? Это жизнь, мне кажется, да? Вот ради жизни я сейчас разобьюсь. Да, это реально жизнь. Зато я теперь узнал, что это жизнь у нас. Она нужна, и она в труднодоступном месте находится. Так, не успел взять очко. Да, конечно, эти штуки надо собирать, иначе я просто к финишу приду с нулем очков. Вот хотя бы... Ах! О, взял. Фатальная ошибка.
Итак, ошибочка прошла. Надеюсь, ничего серьезного, ничего фатального, но она у меня на записи есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сразу две жизни, нафиг. Так, давай ускорение, именно для этого оно здесь и нужно. Их жизнь бы взять, но нет. Нет, надо было все запороть, конечно же. Давай-давай, погнали. Вот сразу же можно в начале взять. Эх, вторую не буду брать, слишком она близка. Эх, и эту тоже не взял. Так, ну давай-давай, аккуратненько. И погнали, ускорение. Ох ты, ё, тише, аккуратненько. Аккуратненько, сложный трек, сложный. Короче, мы просто должны эти очки собирать. И в конце, наверное, будет какая-нибудь таблица, где все участники этого добра будут делиться результатами. Ты знал, что Леон имеет профессию программиста? Ну, конечно же, нет, ведь ты не можешь прочитать файлы. Ладно, я буду тебе рассказывать два раза, зачем ты написали ошибочка, но всяко может упустить автор. Все-таки разработчик-то один был. И если найду что-то интересное. Хорошо, все, у нас, короче, только продолжить. Ну ладно, народ, на этом я, пожалуй, закончу. Если вас игра заинтересовала, я оставлю все необходимые ссылки в описании под видео. А я пока буду дальше убиваться. Скачайте, сыграйте, поделитесь своими достижениями в группе ВКонтакте. А на этом все. С вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой игровой канал. Делитесь видео с друзьями. И не забывайте оставлять комментарии. Ну и, конечно же, долбаните в колокол, чтобы не пропустить свежие ролики. Всем пока!